Состоялась встреча заместителя главы администрации муниципалитета Сергея Гаврилова с представителем застройщика и дольщиками жилого комплекса «Новая развилка». Главная цель – проинформировать людей, как решается их проблема. В соответствии с договором долевого участия, застройщик ООО «Инвест-Сити» должен был сдать новые жилые дома осенью этого года, но в связи с возникшими проблемами с кредитованием процесс затянулся. Сейчас для завершения объекта ведутся переговоры с российскими банками. Для получения кредитных средств застройщику необходимо продлить разрешение на строительство на 2 года. Продление разрешения на строительство. Мы тогда от вас номерочек получаем. Коллегами с менеджером политики связанности понимаем, в какой стадии находятся какие сроки, информируем участников долевого строительства. По Госстройнадзору, соответственно, аналогичная ситуация. Номер заявки тоже скажете, мы будем понимать, какие сроки, скажем так, мы получим от коллег ответ в этой части. В случае, если застройщик получит отказ на выдачу кредита, администрация подготовила страховочный вариант. В настоящее время совместно с Министерством жилищной политики Московской области, администрацией и самим застройщиком принимаются все возможные меры для того, чтобы было открыто проектное кредитование для них и возможности достроя. Либо, как вот сегодня было на встрече озвучено, если этот вариант не проходит, рассматривается дополнительный, это привлечение иных организаций строительных в этот объект и доведение его уже до конца. Речь идет о строительных организациях, хорошо зарекомендовавших себя на территории муниципалитета. Регулярные встречи с дольщиками для отчета о развитии ситуации продолжатся.